всегда важен выбор. И сочинцы в этом плане избирательные. Посмотрят, оценят яблоки или груши, а иной раз и попросят сертификат качества. Тогда уже точно будет понятно, откуда товар и прошел ли он ветеринарный контроль. Каждый покупатель старается найти продукты повкуснее и подешевле. Как раз ярмарка «Привоз» для тех, кто любит отечественный товар, цена которого конкурирует с рыночной. Здесь представлена продукция личных подсобных хозяйств районов Кубани. Андрей Кулагин занимается овощеводством 15 лет. Помидоры, огурцы, баклажаны, кабачки, зелень – все выращивается в теплицах. Личное подсобное хозяйство – это большой труд, результаты которого привозят в Сочи. Ложимся поздно, встаем рано. 4-5 утра, ну когда как, когда там собирать продукцию, на рынок везти, раньше встаешь, естественно. Выходных практически нет, особенно вот когда сезон, посадка, вот высадка, там выходных не бывает. Выходной, когда дождь пойдет. И то дождь идет, значит, мы работаем в теплице. Те, кто обрабатывает кубанскую землю, свои овощи и фрукты с заграничными в один ряд не поставят. И по вкусовым качествам, и по полезным свойствам. Наши производители выращивают продукцию с использованием экологически чистых удобрений. Ну а то, что товар с Кубани становится доступнее с каждым днем, подтверждает открытие вот таких ярмарок. Пусть еще не таких масштабных, как в других районах города, но начинать нужно с малого. Это кубанские товаропроизводители. Торговля у нас в основном с автотранспорта. Сейчас имеются свободные торговые места. То есть она будет работать с субботы по воскресенье еженедельно. Также мы планируем привлечение большего количества участников на эту ярмарку. Планируется, что сюда будут привозить продукцию из 20 районов Кубани. В продаже, кроме овощей, будет и мясо, а пока вот такая черноморская рыбка – барабуль, анчоус, хамса. Ярмарка расположена по адресу улица Труда, 33. Елена Овсецина, Борис Осин, телекомпания ФКТ.